Привет всем, рад вас видеть на канале Device. В этом видео я расскажу про компьютер мечты, который предлагает невероятно высокий уровень производительности, но без неоправданных переплат из серии «взять все самое дорогое». Комплектующие подобраны оптимальным образом. Будет предложено два варианта сборки на платформах AMD и Intel с флагманскими процессорами. В остальном они идентичны, а видеокарта в обоих случаях RTX 4090. В конце видео будут игровые тесты. Ссылки на все комплектующие по лучшим ценам вы найдете в описании, там же будет скидочный промокод. Устраивайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Когда речь идет о максимальном уровне производительности, то для сборки на платформе AMD стоит ориентироваться на новенький сокет AM5 и 7000-ю линейку процессоров Ryzen. Мы взяли топовый 16-ядерный процессор 7950X, но чтобы он раскрылся на полную, для него нужна подходящая материнская плата с качественной элементной базой и надежной системой питания. В этом плане отлично себя проявляет решение от Asus. Материнская плата TUF Gaming X670E+. В форм-факторе ATX. Она без проблем справится даже с экстремальным разгоном процессора, при этом практически ничем не уступает куда более дорогим моделям. Тип используемой памяти DDR5. Основной разъем PCI-Express полноформатный X16 версии 5.0. Всего 4 порта SATA и 4 разъема M2. Качественный аудиокодек и сетевой интерфейс. Интересуетесь компьютерным железом и сборками? Тогда вам точно по пути с девайсом. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Впереди много всего интересного и полезного. AMD Ryzen 9 7950X – лучший процессор от AMD для игр и работы. Он предлагает 16 производительных ядер, 32 потока и буст частот до 5,7 ГГц. Ну и вдобавок к этому разблокированный множитель для разгона и встроенное графическое ядро для ускорения выполнения некоторых процессов. И возможности использования компьютера без дискретной видеокарты. Если ориентироваться на уровень производительности, то этого процессора с избытком хватит для большинства задач еще года на 4 как минимум. Это относится и к компьютерным играм, и рабочим программам. Главный недостаток Ryzen 9 7950X – ну очень уж высокие температуры. Компания AMD при его создании ориентировалась на температуру 95 градусов, она является максимально допустимой. И при высокой нагрузке может появиться даже при использовании водяного охлаждения. Правда, в играх температура будет значительно ниже. А вы занимались когда-нибудь разгоном или андервольтом процессора? Или, может, просто интересовались этой темой? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать. MagZ 790 Tomahawk Wi-Fi – отменная материнская плата от MSI, рассчитанная на самые горячие процессоры в разгоне. Она с легкостью справится с Intel Core i9 12 и 13 поколения на максимальных частотах. При этом имеет встроенный беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Форм-фактор материнской платы ATX с оперативной памятью DDR5. Сразу же 7 портов для подключения SATA дисков и 4 слота для M2 накопителей. Главный разъем PCI-Express X16 версии 5.0. Ну и еще отмечу качественный аудиокодек Realtek на уровне материнской платы Asus для AM5. Уведомления о новых видео и эксклюзивный контент выходит в телеграм-канале девайса. Мини-сравнения, обзоры, подборки и многое другое. Подписывайтесь, ссылка в описании. Процессор Intel Core i9 13900K в плане игровой производительности обходит своего прямого конкурента AMD Ryzen 9 7950X. Правда, разница незначительная. А вот в рабочих задачах он иногда даже отстает, но опять же ничего критичного. При этом у него совсем другая архитектура, 24 ядра и 32 потока. Но только 8 из 24 ядер производительные, а остальные 16 энергоэффективные. Индекс K в названии говорит о наличии свободного множителя для управления напряжением и разгона по шине. Кроме того, присутствует интегрированная графика Intel UHD Graphics 770. i9-13900K хватит года на 4 с большим запасом. А главный недостаток процессора – высокие температуры, как и в случае с AMD. Но система жидкостного охлаждения частично ее решает. В описании под видео вы найдете ссылки на все комплектующие из видео по самым выгодным ценам. Они ведут только на проверенные магазины с хорошей репутацией.
Оба процессора очень горячие, и даже самый дорогой башенный кулер не справится с их эффективным охлаждением. По этой причине мы остановились на водянке. Но и тут не каждая модель подойдет. Лучший выбор в настоящий момент – трехсекционная SGO Arctic Liquid Freezer 2 420 с тремя 140-мм вентиляторами. Это очень тихое и эффективное решение. Оно позволит избежать критически высоких температур, из-за которых производительность процессора в серьезной нагрузке заметно проседает. При выборе оперативной памяти остановился на варианте Kingston Fury Beast Black. Это две планки по 32 ГБ с XMP-профилем 6000 МГц и таймингами CL40. Как показывает практика, более высокая частота при сильной переплате дает мизерный прирост производительности в любых задачах. При необходимости конкретно этот комплект можно подразогнать и ужать тайминги. M2 накопитель Samsung 990 Pro – это чуть более доработанная версия многими любимого 980 Pro, который считается одним из самых надежных накопителей на рынке. Мы взяли модификацию на 2 терабайта памяти, ведь такого объема хватит практически на все. Но в случае чего в сборку можно докупить более бюджетный SSD или просто жесткий диск большего объема. NVIDIA GeForce RTX 4090 – самая производительная карта на рынке. Во-первых, она построена на очень производительном графическом чипе со штатным теплопакетом 450 Вт. Во-вторых, она поддерживает технологию DLSS3, которая сильно повышает количество кадров в поддерживаемых играх за счет искусственного интеллекта, практически никак не влияя на графику. В-третьих, у нее 24 ГБ высокоскоростной видеопамяти современного стандарта GDDR6X. У AMD в 7000-й линейки видеокарт Radeon RX нет конкурента по уровню производительности. К слову, тесты RTX 4090 будут в конце видео. Блок питания мы взяли с расчетом на разгон и запасом мощности. Big White Straight Power 11 Platinum на 1200 Вт. Это одна из самых надежных моделей за свою цену с полностью модульной конструкцией и платиновым сертификатом эффективности. Она имеет активное охлаждение, но вентилятор очень тихий даже при максимальной нагрузке. Выбирая блок питания такого уровня, вы можете быть уверены, что он прослужит еще лет 10. ThermalTake Core X71 – вместительный Full Tower корпус специально для горячего железа и массивного жидкостного охлаждения. Он отлично продуман по части продуваемости, сборки и укладки кабелей, при этом имеет строгий внешний вид. Собирать компьютер в нем одно удовольствие. В комплекте идут сразу три 140-мм вентилятора. А теперь самое время узнать, чего стоит получившаяся сборка в игровой нагрузке. Мы взяли 4 актуальных игры и протестировали их в 3 разрешениях с максимальными настройками графики. Технология DLSS и трассировка лучей при этом не использовались. Усредненные результаты вы видите в таблице на экране. Казалось бы, 70 FPS в Cyberpunk 2077 не такой уж и высокий результат. Но все же это ультранастройки и 4К. А если вы включите последнюю версию DLSS и выставите максимальную трассировку лучей, то получите заметно более красивую картинку с возросшей кадровой частотой и идеальной стабильностью. Это превосходный результат. А с другими играми ситуация еще лучше. На этом все. Если такая сборка вам показалась интересной, то загляните в описание, там мы оставили ссылки на все упомянутое железо по лучшим ценам в проверенных магазинах. И не забывайте про промокод. Ставьте на видео лайк, если оно было полезным. В комментариях пишите свое мнение по поводу подборки комплектующих и задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Совсем скоро увидимся.